Всем привет! Решила включить камеру, не знаю, как будет видно, но там какая-то демонстрация, не знаю, какой-то пикет, что ли, с левой стороны. Вот красная машина закрыла, к сожалению. Что такое происходит, мне вообще не видно. Какие-то плакаты у них, кричат, что-то выкрикивают. У них даже этот рупор, громкоговоритель. И как вот тут что увидеть? Кип, что-то кип увидела только с... Ой. Так, нам нужно на 5-й Норс, на 5-й север. Выключила главное кондиционер, чтобы не шумел вам, но, наверное, я без него не смогу. В общем, Ева второй день ходит в школу. Так ей нравится, так она довольна. Я просто, она вчера такая уставшая была, столько впечатлений, и рано встала. И, в общем, я уж не стала ее мучить так сильно на камеру, чтобы она там что-то говорила. Но она нам рассказала, конечно. Мы, говорит, рисовали, мы играли, мы там... Когда я пришла забирать, там она на велике каталась. Платье ее отправила в сарафане-то в этом красивущем, а они очень много, оказывается, времени проводят на улице. Ну, как-то не думала, что они будут много гулять, потому что... Почему подумала, что много гуляют? Потому что у нее плечики, знаете, красные стали, видимо, пообгорели. Сегодня уже я ее в вышиванке отправила в школу. Вышиванка украинская, вот нам подарили семья, которые приехали с Украины. Вот Ева сегодня в ней в школу пошла. Лилия, Влад, привет вам огромный. Что вам еще рассказать? Вчера что-то мне запомнился этот случай. Так интересно. Я вчера стояла на заправке, заправляла машину. Никого не трогаю. Ну и тетенька такая идет, а тетенька крупная. И... Знаете, вот человеческое несовершенство... Ой, мамочки, пакет-то прям на меня летит. Человеческое это несовершенство, все равно у тебя какие-то мысли в голову, ну, лезут такие не очень позитивные, бывают негативные. Это она идет, и у меня в мыслях такое... думаю... Ну, это непроизвольно. Конечно, потом, когда ты себя ловишь на этой мысли, стараешься от этих мыслей, ну, как бы отойти, то есть... эти мысли не допускать. Но все-таки вот так непроизвольно. Я в этот момент думаю такая, вывалила там свою грудь. Знаете, ну, наружу прям так. Я в эту секунду об этом думаю, и она мне такая говорит: I love your Civic. И я такая раз, как будто очнулась, такая, о, говорю, спасибо. То есть она ни с того ни с сего взяла мне. Первый раз мне, ну, два раза мне, конечно, хвалили, но тут прям I love your Civic. Я прошу прощения за мой акцент, но я надеюсь, вы поняли. То есть мне нравится, я люблю, я влюблена, там я не знаю, как это перевести. Но то есть, когда говорят I love, не, а просто I like, мне нравится. I love your Civic, то есть ваш Civic. У меня Honda Civic. Если кто не знает, я еду на Honda Civic. Вот, и она так похвалила мою машину, так приятно было. И думаю, вот я. Но я стараюсь негативные плохие мысли от себя гнать. Ну, бывает, знаете, так еще по старой привычке как-нибудь увидишь какое-нибудь безобразие там. Полураздетых кого-то там или чего, и как-то невольно, ну, непроизвольно, повторюсь, непроизвольно это происходит, какой-то шок, глаза раскрываются, потому что, о, и вот она такая шла, и я об этом думаю, а она думала о моей машине, какая у меня красивая, представляете? Вот такой случай запомнился. Давайте о других стараться не думать плохо, не осуждать их в своем сердце, в своих мыслях. Я пока.
что нашла красивое, то и купила. Нашла там, по-моему, 5, да, 2-3 футболки, одна кофточка такая красивая. И знаете, что купила? Будете долго смеяться, наверное, но купила зонтик. У нас засуха, у нас дождей не было, не знаю, наверное, уже почти полгода. Но месяца 4 точно не было дождей. И дожди у нас бывают редко, и то зимой, и в дождь мы не гуляем, как, ну, в принципе, не гуляем в дождь, куда-нибудь на машине всегда едем, зонтик здесь не нужен, но она как не приходит в магазин, я просто вспомнила, что она все время у меня просила этот зонтик, ну не этот, а вообще, в принципе, зонтик. Мама, ну купи мне зонтик, мама, ну купи мне зонтик, и я все время ей говорила: Ева, да зачем, Ева, да он нам не нужен. А тут, думаю, такое вот, как бы, такое событие, почему бы не купить то, что именно ребенку хочется. Ну вот хочется ей зонтик, и я ей купила зонтик Hello Kitty. Вот сейчас визгу будет, наверное, радость. Я считаю, ну, предвкушаю ее вот это вот настроение. Я думаю, она очень обрадуется зонтику. Пусть играет, ну, дома, я, если даже не пригодится он. Хотя, может, и пригодится даже в школу. Вот вдруг дождь будет, нужно в школу будет от машины дойти до школы. И он может вполне по себе пригодиться. А если нет, в другое время, во время засухи, пусть играет дома им. Она, когда была маленькая, у нее был свой зонтик, тоже маленький такой. Еще меньше, чем сейчас купила, конечно же, малюсенький такой, хорошенький. И она все время его открывала, закрывала, ходила с ним везде. То есть у нее такая, как игрушка, этот зонтик был. Что еще? Этот соседка у нас, вставлю, либо отдельное видео сделаю, не знаю, в общем, как получится. Подарила подарки ей, так приятно было. Она пришла, надарила ей вещей, ну, этих тоже футболку, юбочки, шортики там. И всяких снеков, всяких вкусняшек на то, для того, чтобы она брала это с собой кушать в школу. Ланчбокс подарила. Ну, тоже вот так прям неожиданно. И приятно. Посылка вчера пришла, столько приятностей вообще. И вот сейчас мелькала опять мысль в голове, что такое? Вот прям всегда так бывает. За одну мысль цепляешься, начинаешь ее развивать, про другую забыла. Короче, одну ягодку беру, третью примечаю. У меня все наоборот. Вчера были в кафе. Забыла, как называется. В общем, Еву сводили в кафе, подарочки. В общем, у нее здесь такое время приятное. И она очень-очень, правда, довольна школой. Вчера приходит, мне говорит: ой, мне так нравится моя учительница, миссис Тиффани. Она такая хорошая, такая-то, такая-то. Вот прямо вся эта. Я говорю: ты понимала хоть что-нибудь? Она говорит: да, я все понимала. Не знаешь, насколько все, но нас она заверила, что она все понимает. Самое интересное, что многие дети, ну, не многие, но некоторые, там плакали, не могли, ну, как бы зайти, для них прям родители тоже чуть ли не плачут. И я думаю, как хорошо, что Ева, не зная языка, такая смелая, вперед, вообще, мама, пока, воздушный поцелуй мне послала и пошла в класс. Мне так легко на сердце, хотя она никогда в сад, детский сад не ходила, она не привыкшая, так спокойно пошла. Я вспомнила, что я хотела сказать. Здравствуйте. Привет. Как ваши дела? Как ваши собачки? У вас вроде одна была, да? Моя собачка, да. А, кислот. Гость? На неделю. Ясно. А мы хотим кошечку. Что-то Ева прям кошечку захотела. Можно ли или надо спрашивать? Надо спрашивать. Ну, думаю, не разрешат. Не разрешат? Разрешат. А, окей. Разрешат. Все. Счастливо вам прогуляться. Спасибо. Так вот, что я вспомнила, ну что у меня, ворота-то не отреагировали, вспомнила я, что хотела вам сказать,
насчет Сивика нашего. Позвони... Ой, не позвонили. Пришло письмо, по-моему, на электронную почту. Да, и написали, что мы хотим выкупить ваш Сивик. Это у нас, прошу прощения, такой бардак. Вот здесь нету полок. Надо нам полки, короче, какие-то приобрести. Я уже даже присмотрела, надо за ними съездить. Такие железные стеллажи. Вот их надо приобрести и все вот это складывать. Всякие вот эти вещи, которые на природу, которые мы берем на океан. Все это, и вот бумага у нас. Полотенца бумажные. Вот, насчет Сивика. Сказали, что мы хотим выкупить ваш Сивик. И придите, это займет там несколько минут, не так долго. Это формальность. В общем, мы хотим у вас его выкупить и дать вам новый. Мы с Виталиком в таком шоке. Так у нас и так 2016 года новый Сивик. В чем проблема, мы не знаем. Может быть, какая-то... Может, отзывают машины, может быть, они хотят их выкупить, то, что какая-то, может, неисправность выявлена, не знаю, и хотят нам дать новую взамен. Может быть, под какие-то другие, более лучшие условия. В общем, нам нужно туда съездить с Виталиком и все это решить. Что, может быть, отказаться, а если нет, так и почему бы и нет. Вот такая новость еще насчет Сивика нашего, насчет этой машины, которая у нас в кредит, вторая, новая. Потом вам все расскажем и покажем, как у нас там, что из этого получилось. Все, всем пока-пока!